Добрый день, уважаемые телезрители! В студии кабельного телевидения в съемочном павильоне проходит очередная игра «Наш самый-самый». В этой игре встречаются команды первой школы. Поддерживаем, ребята, и встречается команда второй школы. Итак, представляю. Команда первой школы. Классный руководитель Каранникова Светлана Викторовна. Капитан команды Голуб Данил. Команда второй школы. Класс 5 Б. Классный руководитель Кочеткова Наталья Юрьевна. Капитан команды Ксенофонтов Сергей. Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу игру с приветствия. Приветствует команда красных. Она сидит на красной трибуне, команда школы номер один. Итак, приветствие команде «Шок» закончилось. Команда второй школы приветствует. Молодцы, приветствуем! Итак, дорогие друзья, команды обменялись приветствиями. По традиции, за это они получают по одному баллу. Итак, дорогие друзья, счет открыт 1-1. Конкурс о нашем городе. Я прошу по одному участнику, не торопитесь, а по одному участнику от каждой команды подойти к своим пультам. Пожалуйста, спуститесь. Итак, представитель команды «Шок» выходит за красный пульт. Представитель команды «Труженик» выходит за синий пульт. Представьтесь, пожалуйста. Команду «Шок» представляет. Караникова Вика. В микрофон и погромче. Караникова Вика. Прекрасно. Команду «Труженик» представляет. Штахунов Вячеслав. Прекрасно. Дорогие друзья, сейчас перед вами стоит телевизор. На этом телевизоре вы увидите вопрос о нашем городе. Вот телевизор, видите, да? Смотрите внимательно, сюжет, будет вопрос. Если вы готовы ответить на этот вопрос, нажимаете кнопку, которая у вас на пульте. Нажав кнопку, тем самым вы получаете право получить первым отвечать на этот вопрос.
Давайте попробуем. Ну, кто вперед нажмет? Понятно. А Вика уже не нажмет, потому что нажал представитель команды «Труженик». Понятно, да? Но если вы нажали на кнопку и не дали правильного ответа, вам записывается поражение. Понятно, да? Прекрасно. Можно только поддерживать аплодисментами, там, называть имя того, кто это, Саша, Саша, скандировать и прочее. Но никаких подсказок. Понятно, да? Внимание! Вопрос! На какой улице находится школа номер 2? Пожалуйста. На улице Школьной. Правильно! Следующий вопрос. Какой автобус перестал ходить в нашем городе после пуска троллейбусной линии? Пожалуйста. 5-й. Правильно! Следующий вопрос. Какое сооружение возводится перед кинотеатром «Искра» на Советском проезде? Варианты ответов. Зоопарк, фонтан, дворец спорта. Пожалуйста. Фонтан. Так, еще раз. Фонтан. Правильно! Четвертый вопрос. Как называется это скоростное шоссе? Пожалуйста. Каширское. Ответ неправильный. Записывается поражение. Правильный ответ – Москва-Дон. 5-й вопрос. Сколько лет городу Видное? Тихо. Ответ? 55. Ответ неправильный. 36 лет. Итак, со счетом 2-1 победила команда «Труженик». Итак, дорогие друзья, после первого раунда игры счет 2-1 в пользу команды «Труженик». Дорогие друзья, а сейчас хотелось бы проверить, какие у нас девочки-хозяюшки. Конкурс «Хозяюшка». В этом конкурсе принимает участие 4 человека, 4 девочки. Каждая из девочек должна будет пришить по пуговке. Каждой команде будет предложен лоскут материала и 4 пуговицы. На каждый уголок нужно будет пришить пуговичку. Значит, нужно подойти, вдеть в иголку, пришить пуговичку, закрепить ее, положить. Идет следующая девочка, пришивает вторую пуговичку на другой уголок. Когда пришила, идет третья. И так все 4. Пуговки надо обязательно закрепить. Вы можете пришить все пуговки, но после того, когда я их возьму, и они оторвутся, и нитка останется целой, то есть я не буду рвать нить, а просто пуговичка не закреплена, то эта пуговичка не считается. Итак, внимание. Задание понятно? Прекрасно. Синие подходят к своему, красные к своему. Пожалуйста, по одной. Начинаем шить, время идет. Yeah!
дошивай, дошивай пуговичку, дошивай. Итак, я прошу тишины в зале. Мы смотрим. Первыми закончила команда «Труженик». Смотрим ихние пуговички, как они пришиты. Не отрывается, не отрывается, не отрывается, не отрывается. Хорошо. Не отрывается, не отрывается, не отрывается. Итак, победила команда «Труженик». Она закончила первым. Итак, счет становится 3-1 в пользу команды «Труженик». Дорогие ребята, но настало время мальчиков. Посмотрим юных мастеров. От каждой команды... Минуточку, слушайте задание. Нужно будет собрать из заготовок ящик для инструментов. В пакете, который вам дадут, будут лежать все заготовки, будет лежать необходимый инструмент. Будет лежать необходимый инструмент. И будут лежать чертежи, в какой последовательности и как нужно будет собирать. Внимательно познакомьтесь с чертежами. Внимательно посмотрите на заготовках. На них есть метки. Совмещая эти метки, вы поставите детали правильно. И обязательно смотрите чертеж, последовательность сборки. Задание поняли? С чего будете начинать? Посмотреть чертежи, познакомиться с деталями, с метками. Вот посмотри. Понятно. Внимание! Начали!
команды «Дружили». Счет 1-4 в пользу команды «Труженик». Живее, живее, живее. Итак, следующий конкурс. Продолжение пословиц. По одному участнику от каждой команды за пульт. Представьтесь, пожалуйста. Начинает команда «Шок». Представься, пожалуйста, в микрофон. Изгаршев Павел. Прекрасно, приветствуем его. Колесников Егор. Итак, ребята, так, все уже подсказали, рук на пульт положили. Ваша задача заключается в следующем. Сейчас будет пословица, ее надо будет продолжить. Если вы готовы, нажимаете кнопку. Если нажали кнопку и не ответили, вы проигрываете. Понимаете? Понятно. Будет всего 5 пословиц. Из 5 нужно минимум ответить на 3, чтобы победить. Но бывает так, что побеждает одно, потому что никто не знает ничего. Итак, внимание, пословица. Хрен редьки не... Свет пожарче. Хрен редьки не слаще. Правильно. Итак, внимание, следующий вопрос. Чем бы дитя не тешилось... Тихо. Надо знать, чтобы... Я знаю ее, но не помню. Знать я знаю. Ну, все мы знаем. А, лишь бы не плакала. Правильно. Внимание, третья пословица. За двумя зайцами погонишься... Свет. Ни одного не поймаешь. Правильно. Четвертая пословица. Дальше в лес. Время больше дров. Пятая пословица. Глаза боятся. Свет. А руки делают. Правильно. Этот конкурс закончился победой команды «Труженик». Спасибо, мальчики, на свои места. Внимание! Начали! Есть! Есть! Победила команда «Шок». Она получает очко, счет 2-5. Разрыв сокращается. И вновь конкурс для знатоков. Кто знает мультфильмы? По одному человеку от команды. Я прошу внимания. Представьтесь, пожалуйста, кто защищает команду «Шок»? Поляков Вероника. Кто защищает команду «Труженик»? Маклаков Юрий. Итак, внимание, первый вопрос. Сегодня полночь, наш корабль. Как зовут героя мультфильма, поставленного по известной сказке Корнея Ивановича Чуковского? Да.
Время! Бармалей! Второй вопрос! Вспомните, как дразнили этого мальчика? Пожалуйста. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Ответ неправильный. Тихо. Рыжий, рыжий конопатый. Правильно, все равно на этот вопрос уже выиграл, потому что ответ был дан неправильный. Итак, внимание, третий вопрос. Так болит? Вроде нет. А так? Вот когда ваша машинка ехала, мне было щекотно. А так? Да, тут что-то не в порядке. Как вылечил доктор великана? Время. Достал из его ладони железнодорожный состав. Четвертый вопрос. Бублик. Чему научил крокодила птенец? Тихо. Синий трибун сейчас проиграет себе травму. Тихо. Время летать. Пятый вопрос. Страшной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе. Кто написал повесть «Ночь перед Рождеством»? Тихо. Время. Гоголь. Итак, за один неправильный ответ команда красных получила очко, потому что труженик ответил неправильно. Итак, победила команда «Шок». Она получает балл. Да, молчать надо уметь. Итак, разрыв сокращается. Счет 3-5 в пользу команды «Труженик». Дорогие друзья, сейчас самый большой и массовый конкурс. Конкурс баскетболистов. От каждой, от каждой команды по 10 человек, тех, кто может бросать в кольцо, должны быть отобраны. Начнет команда, которая проигрывает. Не спешите. Вас никто не гонит. Итак, внимание, пожалуйста. И садимся на место. Не спешите. И садимся на место. Не спеши. Есть! Считаем. Раз. Тихо. Тихо, тихо. Два. Не торопитесь. Тихо. Мы просим команду «Труженик» подойти сюда. Подходите.
Значит, ну, смелее, смелее. Понятно все, да? Не торопимся. Встаем на уровне, не спеши. Не спешите. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Тихо, не спеши. Тихо. 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 Не торопись. Раз. Тихо. Последнее. Тихо, спокойно. Итак, со счетом 3-1 победила команда «Шок». Она получает очередной балл. Конкурс кинозрителей. Все вы ходите в кино. А сейчас мы посмотрим, как вы знаете фильмы. Пожалуйста, по одному человеку к пульту. Итак, мы просим представиться участников. Представляется участник команды «Шок». Гагурина Настя. Прекрасно. Приветствуем ее. Козлова представляет... Екатерина. А, пожалуйста, приветствуем ее, Екатерина. Итак, первый вопрос. Надуть, провести, смухлевать, одурачить, обвести вокруг пальца. Облапошить и... В какой школе могут проходить такие уроки? Время. В школе Лис из кинофильма «Рыжий, честный, влюбленный». Вопрос. Полезай в кувшин. Зачем? Будешь жить в кувшине, не хуже, чем в лампе. Но джинны не живут в кувшинах. Ты будешь первый. Как зовут этого юношу? Свет. Аладдин. Правильно! Третий вопрос. Незадача, вот незадача. Так, ни щей, ни каши. Брюхо подвело. Что же это такое? Опять без обеда. Что решили братья из сказки «Василиса Прекрасная», чтобы не остаться без обеда в следующий раз? Тихо. Тихо, тихо. Время жениться. Ну, сказка такова. Вопрос. Кадры из какого художественного фильма вы смотрите? Время. Усатый нянь. Пятый, последний вопрос. Кто написал приключенческий роман «Остров сокровищ»?
Время. Правильный ответ. Роберт Луис Стивенсон. Итак, этот конкурс закончился победой команды «Шок». Она ответила один раз. Итак, счет сравнялся. Вам нужно будет собрать картинку, которая разрезана на 30 кусков, на 30 карточек. В каждом пакете лежат 30 таких карточек и лежит фотография этой картинки. Я прошу по одному человеку, поскольку у нас с вами ничья, право выбирать пакеты не у кого. Давайте мы с вами разыграем, кто будет выбирать пакеты. Прошу по одному человеку подойти сюда, вот в серединку, вот сюда, сюда, сюда. Так, кто? Вы орел, вы орешка. Вопросы есть? Нету, нету. Орешка, выбирайте. Нет, выбирайте пакет. Внимание, начали. Так, потише, разберутся. Потише в зале, потише в зале, потише в зале. Они разберутся. Итак, этот конкурс первыми закончили команда «Шок». Все, мальчики, спасибо. 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 Счет стал 6-5 в пользу команды «Шок».
Итак, дорогие друзья, у нас следующий конкурс. Конкурс «Юный стрелок». От каждой команды по 5 человек. Я предупреждаю, этот конкурс очень ответственный. Начинать будет команда, которая проигрывает. Та команда, которая выбьет больше очков, та и победит из 5 выстрелов. Каждый будет стрелять в свою мишень. Понятно, да? И предупреждаю всех, особенно тех, кто будет стрелять. Если вы направите ствол пистолета в любую другую сторону, кроме как мишени, вы будете сняты, и ваш выстрел не засчитывается. Внимание, производим боевой выстрел. А можно колен сесть? Нет, стоя. Стреляем все стоя. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Там останется отметка от выстрела, куда попало. Если она даже не останется в мишени, там останется отметка. Хорошо. Тихо. Тихо. Не торопись. Повыше. Тихо. Тихо, не торопись. Так, закончили, отстрелялись, садитесь на свое место. Пожалуйста, ко мне. Хорошо. Тихо. Тихо. Хорошо. Итак, со счетом 35-32 победила команда «Труженик». В связи с тем, что сложилась такая ситуация, мы считаем, что конкурс должен быть самый массовый. Самый массовый конкурс – это баскетбол. Но не 10 человек, а максимальное количество. Сколько у вас в команде? У вас?
Сколько в классе? Кто? Кто сейчас? Нет, кто сейчас? Восемнадцать. Значит, по 18 человек от каждой команды бросают в кольцо. Так, итак, я приглашаю по капитану команды ко мне подойти. Мы будем бросать жребий. Вы были что, орешка, орел? Орешка были? Орешка. Так, бросаем. Орел начинает. Значит, у вас 18? 18 человек. Так, я прошу внимательно считать. Бросает команда труженик. Подходит сюда. Минуточку. Спокойно. Не торопясь. Пожалуйста. Спокойно. Не торопитесь, не торопитесь. Садимся, спокойно. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Итак, сколько? Четыре. Прошу команду. Шок. Так, все, готовы, ребята? Спокойно, успокоились. Успокоились. Тихо, не торопитесь, пожалуйста. Раз. Тихо. Не торопитесь. Тихо, не торопитесь. Торопись, чуть подальше, вот так, вот так. Не мешай, пожалуйста. Тихо, не торопись. Тихо. Не торопитесь, не торопитесь.
Тихо, тихо, тихо. Тихо, ребята, спокойнее, спокойнее. Дорогие друзья, итак, дорогие друзья, со счетом 4-3 в последнем дополнительном раунде победила команда «Труженик». Игра закончилась с общим счетом 7-6 в пользу команды «Труженик». Дорогие друзья, большое спасибо вам за участие. Игра была очень интересная и напряженная. Но что сделаешь, на то она и игра. It was a teenage wedding and the-